потом Мадрид. Вот с правой стороны такие пошли жилые комплексы. Вот сейчас мы за этими оливками глянем. Справа вот оно, красным таким кирпичом выложено. Что интересно. Интересно. И это, друзья, учитывая то, что... Давай, езжай, Витор. То, что сегодня 20 октября. Я думаю, если б, когда трава была зеленая и такая яркая, сочная, думаю, тогда тут веселее можно смотреть. Ну, интереснее бы получалось бы, конечно. А так, видите, такие кустарники, ну, трава уже желтая. Хотя здесь же и жарко, в принципе, относительно. Ну, относительно кого, конечно. Вот так вот. Через 1 километр держитесь левее. Так, левее. Такой себе, конечно, да, это, ну, столица, понятно, будет не маленькая, вот, ну, нормально. Вот так вот. Вот так, красавчик. Реально, блин, ну, большой город. Офигенно, классно. Вот такое вот. Так, надо как-то перестраиваться, потому что через 1,5 километра нам как-то надо налево это все вырулить. Товарищ звонил, говорит, на заправке где-то найдешь футбольную форму, купи за любые деньги, а в Барселону главное. Я говорю, да это на любом привозе можно его взять. Так, налево. Вот здесь, вот так. Вы превышаете допустимую скорость. То есть в Одессе, говорю, там пощут не только тебе Барселону, но тебе какую хочешь форму.
Нет, говорит, не то. Говорит, хочу вот именно с Испании Барса. И будем выезжать. Мы, грубо говоря, удаляемся от центра. Ну, вот такое вот. Автомобили разные здесь, я вижу. Если в Германии, да, это приоритет больше ваги, там, Audi, ну, то есть это группа ваг. BMW, Mercedes, вот, Audi, Volkswagen, то, ну, Франция, понятно, это Renault, Citroën, Peugeot. А здесь, ну, вроде бы, как это испанский Seat, но я дальше не знаю, ну, кто здесь еще что производит. Ну, видно, что сами вот эти вот разводки сделаны, это не свежее все, как бы сказать бы, но таком, знаете, как поддерживают порядок, ну не очень. Все-таки немцы, австрийцы, конечно, ну опять же я говорю, это вот в качестве как пример брать и подражать им, вот как нужно делать, это да. Швейцария, Норвегия тоже плохо, классно. Такое вот. Ладно, едем далее. GoPro Stop видео. Друзья, ну такими вот семимильными шагами, ну где-то в том, что мы в округе едем, немного объехали с левой стороны этот Мадрид. Через 100 метров въедьте на дорогу с круговым движением, а затем съедьте и спустите. Время уже 16:37. Так, секундочку. Как там полиция? Никто не дает. Вот так, поехали. Используйте третий съезд. Третий съезд. Давай, переключилась. Вот коробка, конечно, здесь не очень работает. Как-то вот она неправильно. Так, надо чуть-чуть перестраиваться. Вот так вот. Ну что, в принципе, ничего так, да, конечно, погодка такая смурная, но о том, что, ну ничего, нормально, нравится мне Испания, в целом, конечно, вот, сейчас еду я на вторую загрузку, первую я уже сделал, загрузили 17 палет до Германии, вторая загрузка до Австрии будет, и третья тоже Германия, по-моему, вот так вот, ну это такое-то, я уже наперед забегаю. А в целом да, и третья загрузка у меня, кстати, Барселона будет, вот где-то там вот. Так что я думаю, если же где-то чуть-чуть заедем в центр, так я думаю, ничего, интересно было.
Но туда 663 километра. Сегодня вторник. Время, вот смотрите, 16:40. Еду на вторую загрузку. Но если же мне до нее 16 километров, фирма не работает, понятное дело, что буду ждать утра. Утра и утром загрузимся. Но 660 километров, это же будет под самый, как говорится, ну вот нормально, то есть рабочий день, ну в среднем, в принципе, проезжаем где-то вот так вот, ну плюс-минус, конечно. Вот, если же все нормально и загрузимся там на вечер, смотря как там, я не знаю, логистика или фирма там работают допоздна, то в принципе как бы ничего еще. Вот. А если же нет, то подождем. Ну, опять же, конечно, интересно где-то запарковаться. Если еще светлое время суток будет, то можно позволить себе сесть на велосипед. Если там километров 10 куда-то там до центра, может быть, и ну почему бы и нет. Вот, так что, ну, 10 километров на велосипеде в одну сторону, это буквально, ну сколько там, минут, я не знаю, ну 20 ехать, грубо говоря, такое там, ну, быстрее будет, наверное, скорее всего. Вот. Так что, хотя подождите, 10 километров со скоростью 20 километров в час, ну даже пускай полчаса туда ехать, я думаю, ничего страшного. Прокатимся. Ну и главное, для себя я закрою Барселону. Ну так, это мысли вслух, конечно. Ну а там, а почему бы и нет? А все может быть. Сейчас я гляну на навигации, где, куда оно меня поведет. Нет, друзья. Ага. Это все, как говорится, розовые и влажные мечты. Это даже за окружной, там, где я чуть-чуть ехал, вот проезжал эту Барселону, так что нет. Хотя, опять же, что если в этом расстоянии, сколько, я не знаю, масштаб навигации, как оно есть. Ладно, не будем, а потом будем. И поглядим попозже как-то. Но мы же едем вот в округе Мадрида. Это уже М-501 дорога. Ну, так вот. Ладно, едем далее.